Почти 3500 алкозависимых поставили на учет в Алматы с начала года. Четверть из них – женщины. Но даже не это самое страшное. По словам врачей, весомая доля пристрастившихся к пагубной привычке – это молодые алматинцы. Как оказавшимся в беде людям помогают бороться с зеленым змеем, выясняла Амина Усенова. Алматинец Алмаз Бекмуратов начал увлекаться спиртными напитками еще со времен студенческой скамьи. Говорит, алкогольные вечеринки постепенно переросли в привычку. Но привычка с годами незаметно переросла в пагубную зависимость. За 9 лет беспробудного пьянства мужчина потерял работу, друзей и даже родных. Я не сразу понял, что у меня есть алкогольная зависимость. Она началась, когда я устроился на работу. Из-за моей зависимости я сменил 7-8 мест работы. Найти новую стало очень тяжело. Сейчас, уже вылечившись, я хочу помочь таким же людям, как я. Я сам дважды был женат, была работа, капитал, но я все это потерял из-за алкоголизма. По словам специалистов, ежемесячно в реабилитационные центры поступают в среднем 10-20 человек. Из них около 8 человек с алкогольной зависимостью. Это всегда было, просто на сегодняшний день это какая проблема? Она такая скрытная. Человек обращается за помощью в самый последний момент, когда у него в жизни уже хаос происходит. И он не может с этим справляться. Ну и, соответственно, это видят окружающие, близкие, родственники, ну и которые вмешиваются в его жизнь, и после этого он попадает в реабилитацию. Зачастую это так мало людей, которые осознают проблему и сами приходят, обращаются за помощью. Таких очень мало. Лица, которые страдают психофобическими расстройствами после употребления алкоголя, по республике около 90 тысяч пациентов. Это на 2023 год, на декабрь месяц. Почему пациентов очень, скажем, да, мало среди вот зависимых людей, которые обращаются за помощью? Почему? Потому что боятся за то, что да, все врачи должны соблюдать конфиденциальность, иметь данные по поводу консультации пациента, не разглашаются. К слову, за прошлый год по решению суда свыше 12 тысячам казахстанцев запретили употреблять спиртные напитки. По официальной статистике, в процентном соотношении на душу населения больше всего алкозависимых в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Алматы, к слову, находится на последней позиции. Амина Усенова, Саналий Манайпасов, телеканал Алматы.